Здравствуйте. Чтобы добавить виджет на рабочий стол в смартфоне HTC с оболочкой Sense 5, достаточно зажать палец на пустом месте рабочего стола, выбрать необходимый виджет и перетащить его на рабочий стол. Выбрать опции виджета. Все, виджет добавлен. Чтобы удалить виджет с рабочего стола, просто зажимаете на нем палец и удаляете.